Всем привет! Сегодня встречаем такую необычную распаковку от начинающих ютуберов, от моих племянников. Товар это расческа для выпрямления волос с нагревательным элементом. Покупали на AliExpress. Посылка дошла почти за 20 дней, меньше чем, ну, за 2 недели. Все работает, вроде как выпрямляет, как мне сказали. Пришла, как упакована, вы сейчас сами увидите. Коробочка немножко помятая, но все дошло в целости и сохранности, все работает. Итак, встречаем два независимых таких, скажем, анпакинга от моих племянников. Приятного просмотра! Мы сделаем распаковку вот этой расчески. Ну, я уже не помню, это расческа, мы вся завершили. Вот такая коробка. Тут все на английском. Вот, тут все на английском почти, ну, даже по всему английский язык. Ты че, Тигрец Михалыч? Так, распаковываем. По-моему, смысл, по-моему, ничего. Вот инструкция. Тут все по-английскому, да. Сейчас нам английский. Весь английский, весь английский. Понятно. Вот такая. Достаем саму расческу. Оставайся. Такой пакет. Вот сама расческа. Красивая, розовая. И это еще. Ну, вот, короче, ее толстенький. Пришла посылка из Китая. Вот такая. Расческа выпрямитель. Она упакована. Сейчас спокойно. Открываем. Так, сейчас мне помогут. Держу. Вот тут скрывается как-то непонятно, то есть. Это немножко сдержать. Вот. Давай. Получается. А, вот так-то. Я держу. Расческа из Китая. Забирали мы ее из почты, конечно же. Я сейчас нахожусь. Так, сейчас это находится у нас, не в Китае, можно сказать. Осторожно, мне руку не отрежет. Так, вот достаем, вот такая вот коробочка. Такая коробочка. Так, тут показано. Что и как делать. Ну что,
что и как делать. Я не умею читать по-английски немножко. Ну вот, массажная тоже расческа. Так, надо посмотреть, где открывается. Тут. Так. Открываем. Так, вот сама. Надо ее подключать к розетке, потому что мы видим розетный провод. Так, надо ее тоже вскрыть тут. Вот она, расческа. Она как бы должна еще и выпрямлять, и массаж делать. Вот даже вот такие припончики есть. Очень мягкие. Вот. Расческа розовая. Цвет розовой расчески. Включать ее надо к розетке, а включать... Так. Так, сейчас еще... Мы потом еще покажем. Тут еще мелко-мелко есть надписи on-off. Но, наверное, не видно. Но он и off есть. Вот тут вот on, а тут off. Вот сейчас выключено. Так. Расческа сама по себе красивая, но надо еще ее смотреть на качество. На качество. Так. Вот инструкция мы достали. Такая инструкция на английском. Может, даже русский есть, но я покажу только английский. Да, только английский. Вот такая инструкция, без картинок, поэтому надо читать. Кто умеет читать по-английски, тот прочитает, наверное. Вот такая инструкция. Я некоторые слова, конечно, знаю, но мне не очень понятно. Цифры есть. Вот.